«Скажи, а ты меня сегодня любишь?» Спросила громко девушка в маршрутке и пуговицу пальцем теребила на кожаной своей осенней куртке. Ей кто-то там ответил в телефоне. Она тихонько стала хохотать. «Вчера – это вчера. А ты что, не понял? Мне это сегодня нужно знать». Напротив тихо женщина вздохнула. Уж год как бросил муж, и ждать нет сил. Слезу щеки тихонечко смахнула. Ах, если бы и он вот так спросил. А рядом с ней мальчишка лет 5. Ладошку папы очень сильно сжал. «Пап, ну а ты меня сегодня любишь?» Отец вдруг улыбнувшись, приобнял. «Конечно, любит», – бабушка сказала. «Смотри, как смотрит. Ты же его награда. Ты счастье его в каждом новом дне. И даже сомневаться в том не надо». Улыбка у мальчишки стала шире. И он спросил: «А кто-то любит вас?» «Не знаю. Я живу в пустой квартире. Одна, наверное, встречу смертный час. Есть дети, внуки, правнуки. Так вышло, что им уже давно не до меня». В маршрутке тишина на миг повисла. «Но нужно жить, другого не виня. Мне главное, чтоб жили они в счастье, здоровы были, и чтоб все в порядке. Чтоб хоть раз в 3 месяца звонили, я жду их. Покупаю шоколад. Молиться буду каждый день за каждого. Для них всегда горит мой свет в окне, ведь это важно. Это очень важно, когда есть тот, кто любит в каждом дне». «А вот меня и не за что любить», – сказал мужчина. «Я тупой баран. Не смог я счастье вовремя ценить. И в том, что я один, виновен сам». «Ты не баран», – вдруг кто-то прокричал. «Бараны не сумеют позвонить. Ты раз хоть ее номер набирал, сказал, что любишь, попросил простить». Мужчина лишь вздохнул, махнув рукой, и номер прямо по памяти набрал. «Скажи, а ты меня сегодня любишь?» «Люблю еще сильнее, чтоб ты знал». Его глаза наполнились слезами. Нельзя мужчине плакать, некрасиво. Но если бы вы только понимали... Как рад ее слышать. Всем спасибо. Скажи, а ты меня сегодня любишь?» Набрал вслух смс-ку парень в куртке. Ответ он всей маршрутке прочитал. «Люблю 24 часа в сутки». «А ты, сынок, ты хоть чуть-чуть-то любишь?» Старик спросил мужчину в окошко. «Люблю, бать. Я к тебе 5 суток ехал, чтобы рядышком побыть с тобой немножко. Напомните же близким и родным, что мыслями и сердцем рядом будете. Согрейте их признанием простым, что и сегодня вы их очень-очень